пока ничего интересного, просто видео ознакомительное. Ну что, равняю здесь крошку. Ну так, для знать, что я делал, какого числа и где. Чисто для этого. Не люблю эту крошку, блин. Еще я в одну каску выходи, камни убирай. Ну как-то это не очень, понимаете, я же не на сделке, а на часовой. Почему я должен уносить камни? Камни увозить, мне что делать, больше нечего, ну, уходить, вытаскивать. Приходится. А так-то, конечно, не очень вот это вот. Сам думай, где что засыпать, где подсыпать. Тут вообще все надо высыпать, уровней нету никаких. По большому счету надо, чтобы нормальное сделать, надо... уровни делать, а не херней заниматься тут какой-то. Вот так вот. И потом толкаю вперед челюстью. Как тут без тормозов, все колеса практически в воздухе висят. Как рулить-то? Мастера, спецы. А если ты не отжимаешь, то получается, что... ну, он трамбует его, а не сдвигает. Это асфальт, он как пластилин же. Поэтому приходится... отжиматься и толкать. Ну вроде так себе ничего получается. Ну имеется в виду, ничего хорошего для ковша, ковш стирается нахер, да и все. И усё, блядь. Потихоньку так ездим, толкаем, толкаем, пихаем, распихиваем. Что-то вроде получается где-то, куда-то. Это вот надо засыпать. Тут толщина слоя вообще нехилая. Должна, по идее, должна быть, потому что вот такие перепады. Ну, хватить должно вот этого материала на это место. В принципе, пожелания выполняю, как бы. Но не люблю так без надзирателя делать. Люблю, чтобы кто-то контролировал, камешки вытаскивал. Да и вообще, чтобы с себя снять ответственность. Вообще не люблю никогда, чтобы я оставался ответственным в какой-то либо ситуации. Ну зачем мне это, блядь, на себя брать?
какие-то ответственности. Для чего? Мне это не надо. Поэтому стараюсь всегда, чтобы кто-то контролер был. Чтобы сечо он был крайний. Потому что потом переделывать мне неохота. Здесь надо назад подтянуть, расширить это место, потому что они здесь разъезжаются, и получается, что типа им надо разъехаться. Типа пойдет вот так вот. Че, нормально? Нормуль. Муль-муль, нормуль. Я немножко притопчу. Какие-то примерные уровни делаю. Даже некоторые ситуации делаю от себя, но, ну, потому что вот здесь, например, надо расширить, понимаете? А здесь узковато обочина. Надо убрать камни, которые вот там лежат по обочине, потому что потом зимой чистить здесь херово. Вечно вмерзшие камни ударяешься, и они, блядь, как бы удар-то такой нехилый дают. Хоть из кабины трактора выходи. Вот пока есть возможность, надо это дело сделать. Так-то хрен знает, буду я чистить, не буду чистить, но лучше на всякий случай сделать. Блять, что-то там куда-то вязнешь. Канала должна идти водосточная. О. Вроде что-то прочистил. Что-то. Непонятно что, но что-то прочистил. Он расширил все это дело. Сейчас туда под стол брошу все, на ту сторону. Ну а кола промыта, сейчас я туда вот этого вот и положу, чтобы все было красиво. О, прижмем. Ну потому что вот это мой участок, в этом и в этом у меня тоже участок. Как бы у меня получается тут два участка. Вот надо, конечно, камни, конечно, вот эти все собрать. Дурацкие, блядские, они нам мешают. Вон оно, зараза. Нифига, наверное, не видно. Все небо в северном сиянии. Появляется, исчезает. О, вот она здесь. Ни хера не видно. Поеду на участок, выгружусь. Цемент завтра за доской поеду для забора.